Приехала из Санкт-Петербурга. Я участвовала в прошлом году в фитнес-модель Эстония 2016, заняла 3-е место. И сейчас приехала на этот семинар узнать что-то для себя новое, открыть. Что надо делать, чтобы попасть на этот конкурс? То есть как надо готовиться к нему? Ну как, сначала, конечно, мотивировать себя надо для этого конкурса. В своей голове понять, что ты хочешь. Первое место или лучше выглядеть, быть первой. Как бы, я думаю, каждый решает для себя это сам. Ну, для меня, конечно, это мотивация всегда выглядеть подтянутой, красивой. Ну и, конечно, быть первой всегда это здорово. Это, на наш взгляд, превзошло все ожидания. Я даже сам себя превзошел, так как получилось это провести без листа. Публика, которая собралась, осталась довольна. Я надеюсь, что среди тех, кто уже готовится на конкурс в Австрию, среди тех, кто пришел за новым опытом и знаниями, будут новые модели, будут новые успехи. И в ближайшее время мы с вами, дорогие друзья, узнаем новые имена. Ждите новостей.